Блин, патронов мало. Черт, а. Слишком мало патронов. Аптечек мне тоже там мало, наверное. Да, очень мало. Очень плохо, плохо. Черт, что ж надо делать? Мне надо подготовиться к битве. О, какого хрена? Блин. Долбан рисунок. Скотина, тебя на каут сейчас отправлю нахрен, вали отсюда. Пугать меня сейчас думал. Долбан ты, блин, рисунок, сейчас я зарвал бы нахрен. О, это что? Черт, а. Что мне надо делать? Подготовиться, всякий случай, думаю, стоит. Ой, как же мне все поставить? Блин, все равно не получится, наверное. Да не поставишь. Блин, как же вас, а? Чтоб вас всех задело. Если сюда поставить такую стену. Какого хрена? Черт. Вряд ли поможешь, конечно, мне так кажется, будет спокойнее. Не знаю, может вряд ли, конечно, поможет, но ты, наверное, замажешь попросту по стенке. Ай, черт, долбануться вообще. Давай, взламывайся нахрен, что ли. Последний, тише, последний. Отлично. Черт, а. Ой, какого хрена, что мы делаем с вами? Полезли. Овен! Ой, тихо, тихо. Да блин, ой, черт, скотин ты. Вот только не взрывайся, ничего не. Блин, а какого хрена? Очень плохо дело. Ой, плохо дело. О, вообще жесть. Полная. Давай, давай. Ой, одна не подействовала, блин. Что мне с тобой делать, гадость такой эдакой? Давай сюда. Давай сюда. Фу. О, это было весело. Черт, как было. Какого хрена? Ой, я просто. Чуть не завалили. Фу. О. Это был просто хардкор. Черт, а. Слушай, я сюда валю нахрен. Вдруг еще набегут целую кучу. Хотя патрон набрал. Если будет чем отбиваться. Семины хотя бы помогли, надеюсь. Или там хотя какая-то осталась, возможно. Да нет, все нормально, кажется. Так, а что такое? Казалось, нет, не то. Фу, черт. Это была бойня. Это добираться нахрен надо. Ненавижу это место. Уже. Хуже. Черт. Есть тут выход нахрен, есть в комнате. Странно.
И с другой стороны, что ли, вышел. Черт, а. Хватит так пугать. А, отлично. Спасибо за упоминание. Текст сообщения какое-то новое нашел. А что, дети сходят с ума? А что тут эти учителя 3 семестра 381-3-3. Я знаю, что дети отличаются богатым воображением, однако это уже не вписывается ни в какие рамки. Почти половина учащихся нового класса есть некие воображаемые друзья, все дети говорят, что их, что это их умершие. Ой, да как хрена. Я не успел почитать-то. Блин. Ай, так. Что-то их... умершие бабушки или что-то в таком духе. В других обстоятельствах можно было бы закрыть на это глаза, однако в данном случае дети попросту не могут сосредоточиться. Только в этом семестре оправил угол раздумья больше детей, чем за 12 лет своей педагогической практики. Возможно, это результат неурядиц в семьях учеников. Не случайно в нынешнем семестре снизилась и родительская заинтересованность. Олтер Блейк, педагог, инструктор 3 класса. Все это обидеть долбанный. Черт. Какого хрена все это задели? Все это долбанный риск натворил. Людей попросту превратил каких-то непонятных психопатов. Потом превратился в некроморфов. Все, что было на Шимуре, долбанный. И на Гиде 7, на которой вообще так несколько минут пробыл. Но увидел, что там тоже все было тоже такое же. Такая же гадость творилась. Новым Бериском будут скоро быть наконец уничтожить. Надеюсь, смогу его сделать. Хоть не повезло в прошлый раз. Он сам размазал этот долбанный метеорит, который еще меня не прикончил. Так, вижу, я силовый узел здесь есть, отлично. Слишком тихо все здесь. То снова ты гадина. Изыди из моей головы нахрен. Черт, я тебя прикончить не могу, долбан. Хватит рвать троса. Ты меня не сдурачишь, скотина. Да все же галлюцинация долбаная. А ну берет с головы нахрен, мы тебя уничтожим нахрен, бери с твой долбанный, все. Да конечно тебя. Кончить не могу нахрен, тварь такая. Чёрт, какого хрена? Долбанный периск. Ты во всем виноват, долбанный ты. Больше никто. А пошел ты нахрен. Ничего не ты меня не сможешь дурачить так же, как строса. Не того на, не то на напало. Точнее, не напал. Берез уже этот. Черт. Да уж. Между реальностью и галлюцинациями слишком узкая грань. Ой, или так. О, это строс. Только не убивай его, пожалуйста. Да, не трогай этого строса, он мне нужен. Пожалуйста, успокойся. Дергана, ну это. Просто ты не знаешь, как не повлиял очень сильно Бериск. Пожалуйста, не трогай, он мне нужен. Не мертвым, ясно? Ну ладно. Только... хорошо, ладно. Ясно. Только хотя бы не сейчас не убивай. Можно знать, как Бериск уничтожить, что он что-то об этом знает точно. Я могу больше, как мне кажется, чем я. Да, просто Эли понимает... как людей может ли Атибериск? Каких он сделает из них безумных людей попросту может сделать. Слава богу. Мы все объединились, и мы теперь сможем наконец-то топнуть риск уничтожить. Некая. Некому риск меня попросту не запудрить не получится. Меня точно. Хотя. Строс уже, видимо, уже попросту околбасил. Ладно, надо с ней быстрее соединиться. Это что за хрень? Какого хрена? О, черт! Это же то долбанное щупальца. Же не левиафан же здесь обитает. Или разум Роя. Откуда мог здесь появиться за такое быстрое, столько количества времени суток? Пришлось всего лишь, наверное, 2 или 3 дня. А может даже меньше.
Я даже потерял просто время. Сколько времени прошло, даже, наверное, не знаю. Какого хрена все это так могло быстро разойтись? Блин, черта. Пора все это кончить нахрен. Черту матери. О, трансмотерминал, наконец-то. О, привет. Я здесь, да. Так, да уж. Привет, привет, Строс. Да. Си-си? Да ладно. Родственные души, наверное, да? У, инженер. Да уж. А, видно. Нет, плохо ночь с ботаником. Какого хрена? Это что такое еще? Не понял. Вот там все нормально? Такой Строс, все нормально будет. Все будет круто. Все будет обупьено попросту. Даже не убилище. Да уж, хреновое дело. Кто в часы такого хрена, не понимаю. Ты? Какого черта ты здесь творишь, что долбанный тайм? Да уж, какого хрена ты натворил, непонятно. Неужели люди еще могут быть? Ты долбанный правительственный сотрудник, который я тебя скоро прикончу, нахрен, если найду. Ты точно долбанулся. Запомню тебе эту лицо тайм, я тебя прикончу потом. Черт! А, сзади. Блин. Давай, Эли. О, черт. Давай, давай, отбивайся, Эли. Ничего. Справимся. А какого хрена ты обходишь мои мины? Придурок добрый. Ой, черт. Опасно. Меня преследует, долбанный ты. Черт. Скотина долбанная. Ой, тихо-тихо. Да скотина, дохни, что ты. О, черт. Это было опасно. Вы живы там, а? Нормально, если, конечно, считать этого гада, который чуть меня не раскромсал попросту на части. Я откуда знаю? Он просто псих ненормальный. Это, конечно, счет обелиска. Считаем. О, итоги. Да, вообще существует. Даймон создал и... Теперь все это кошмар начался именно за него. Из-за того обелиска, который я пытаюсь уничтожить. И Строс знает, в общем-то, как его это уничтожить. У него в голове все это находится, как у меня, в общем-то. Да уж, ты не поможешь? Ну да, видно, выбора у тебя попросту нету. То, конечно, нам придется восстановить питание. А есть какой-нибудь резервный источник, а? Ты не знаешь, наверное? Какой-нибудь там. Солнечный кластер? А, ну хотя подойдет, конечно. Можно будет его, наверное, наладить, наверное. Чтобы в вагонетках добраться до этого прочего сектора. Да, точно прыгать с Тросом, я пока разберусь с этим кластером. И долбанным. Так, ладно. Ясно. Так, кластер. Да. Кластер, кластер. Ну что ж, разберемся. Самое главное, в вагонетке установить питание. Можно будет добраться с этого сектора. И уж тайм точно не уйдет от ответа. Я с ним уж точно разберусь. За все натворил. За то, что он здесь натворил, скотин-то. О, черт, какого хрена? Так, а что еще за? Костюмчик, надо будет такой прикупить. Неплохой. Сойдет для битвы. С такими вот гадостями. Отлично, патроны наберу. Самое главное, они там бы держались. Так, а мне пока думаю, надо собрать все.